Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 3 Тройки, и мы начинаем проходить третье дополнение игры StarCraft 2. Так, сейчас тут давайте вернемся к выбору компании. Называется оно Legacy of the Void. Наследие пустоты. Итак, что ж. А, пролог тут есть еще, смотрите. Рекомендуется. Эпилог. Пустота зовет. Заблокировано. До тех пор, пока не... Давайте тогда пролог посмотрим, что это. Предчувствие. Зератул, проклятый собственным народом, как предатель и еретик, провел последние 6 лет в поисках предсказания о возвращении Зелнага. Он предупредил тиранов и зергов, но все еще не понимает, какую роль должны сыграть протосы в событиях, которые потрясут всю галактику. Итак, новая кампания. А, немного истории, давайте посмотрим. Почти 3 столетия люди полагали, что они одни в секторе Капролу. Они заблуждались. Пришли зерги, поглощающие все на своем пути. А следом протосы. Высокоразвитая раса, готовая истребить тиранов, лишь бы очистить зараженные зергами миры. Человечество оказалось втянуто в чудовищную битву на 3 фронта. Тем временем разразилась гражданская война. Шериф Джим Рейнер поклялся отомстить диктатору Арктуру Менгску за то, что тот предал его возлюбленную Сару Керриган. А, народ, вы там скоро? Черт подери, Арктур, не делай этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Керриган, верного бойца, бросили на растерзание зергам. Но у зергов были другие планы. Они изменили Сару. И с помощью ее псионной силы подобрались к своей настоящей цели. Родному миру протосов, Айюру. Протосы были захвачены врасплох. Тем временем Конклав отправил вершителя Арканиса в погоню за капитаном Тассадаром, который отказался уничтожать зараженные миры тиранов. Их пути пересеклись с темным тамплиером, собратьев которого Конклав объявил еретиками. Зератул с трудом убедил Тассадара и Артаниса, что он им не враг. Вместе они объединили силы протосов в борьбе против зергов. И хотя Конклав был разгневан, им удалось нанести Рою ряд болезненных поражений. Зератул сразил одного из церебралов сверхразума, но его собственный разум оказался уязвим. Из его мыслей сверхразум узнал расположение Айюра, и Рой обрушил всю свою силу на родной мир протосов. Именно Тассадар спас тамплиеров от истребления. Используя силу тамплиеров и темных, он пожертвовал собой, чтобы уничтожить сверхразум. Айюр был потерян, но Артанис переправил выживших на планету темных тамплиеров Шакурас. Вражда осталась в прошлом. Тамплиеры были в долгу перед своими собратьями. Без сверхразума Рой распался. Керриган стремилась взять зергов под контроль и прибегнула к помощи старых друзей и врагов – Рейнера, Менгска, Зератула. Укрепив свою власть, королева клинков предала их. Миллиарды тиранов и протосов погибли. Преимущество осталось за зергами, но ко всеобщему облегчению война закончилась. Зератул заподозрил, что зергами управляют темные силы. Он увидел в пророчествах, что древнее существо Амун пытается смешать протосов и зергов, чтобы создать новую форму жизни чудовищных гибридов. И что это зло, возможно, уже поработило Керриган. В то же время вершитель Артанис, провозглашенный героем, возглавил оба народа протосов. Став иерархом, Артанис объединил своих собратьев и пообещал, что однажды они вернут себе славу, утраченную на Айюре. Рейнер поклялся, что Керриган умрет. Но все его усилия были напрасны. Даже восстание против тирании Менгска не имело успеха из-за пропаганды Доминиона.
Но с помощью старых друзей и загадочных новых союзников Рейнар снова выступил против Доминиона, на этот раз одерживая победы на всех фронтах. Зератул предупредил его о надвигающейся тьме и о том, что остановить Амуна может только Королева Клинков. Она была нужна живой. Напав на планету Зергов Чар, войска Рейнара при поддержке сына Менгска Валериана использовали древний артефакт Зел Нага, чтобы обезвредить Керриган и освободить ее от влияния Амуна. Королева Клинков была беззащитна. Доминион жаждал ее смерти, но Рейнар не мог этого допустить. Все хорошо. Валериан предоставил им защиту, но Арктур не мог упустить такую возможность. Во время нападения Саре и Джиму пришлось разделиться. Керриган сбежала, а Рейнар... Сразу после допроса он был казнен. Керриган жаждала мести. Она решила снова стать королевой клинков. С помощью Зератула Керриган объединила зергов и вновь возглавила рой, на этот раз по своей воле. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Керриган начала успешное наступление на армию Доминиона. К своему удивлению, она узнала, что Джим не погиб. Все кончено. Сара взяла курс на Кархал, оплот Менгска. Одолев его лучшие войска и избежав всех ловушек, она лично покончила с детством. Но времени праздновать не было. Амун вынашивал свои планы. Оставив Рейнара, Керриган отправилась на поиски истинного врага. Рейнар и Валериан Менгск взяли курс на реформы и справедливость в Доминионе. Увидев, что силы зергов и тиранов истощены, иерарх Артанис призвал объединенных протосов вернуть Айур. Слабые доводы против наступления потонули в возгласах полных надежды. Зератул продолжил поиски истины, надеясь вопреки предчувствию, что иерарх не совершает ужасную ошибку. Ну что ж, друзья, новая кампания «Предчувствие тьмы». Так, сейчас, секунду, еще раз. Да, «Предчувствие тьмы». Поехали. «Предчувствие тьмы». Настала эпоха перемен. Амун, падший Зел Нага, возродился где-то в космосе. Его пришествие грозит погубить все живое в секторе. Прежде чем вернуть к своему народу и предстать перед судом, Зератул скитается по галактике. В отчаянной попытке остановить приход тьмы, он часть древнего пророчества, не последнюю надежду на спасение. Так, ладно, поехали. Сказано, Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зел Нага. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. Лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, также известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я Претор Талис, смиренно прошу твоей помощи.
Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов, но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Тальс. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. В этой лаборатории силы удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зератул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибриды для армии Амуна. Мой Рой сотрет ее в порошок. Я знаю, что это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Не волнуйся, Тальс. Мы будем сражаться. При должной тактике и скорости нам удастся избежать встречи с Роем. Хорошо. Я подготовил наш Нексус к твоему прибытию. Впереди зал, где удерживают пленных тамплиеров. Воины, к бою! Будь по-твоему. Очень разумно. Не хватает минералов. Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. Темный прилад. Чтобы добраться до пленников, нам придется пересечь путь, по которому следуют войска зергов. Избегайте встречи с зергами любой ценой. Выступайте лишь, когда поблизости не будет Роя. Где возмездие? Мы — крадущиеся тени. Хорошо. Я сердце тебе. Силы для удара. Воины, держитесь подальше от зергов. Вперед, слуги мои! Убейте всех рабов гибридов до единого. Нужно построить больше пилонов. Нужно построить больше пилонов. Я — голос затмения. Надо, конечно, раскачать Нексус побыстрее. Жизнь за Айюр!
построить больше пилонов. Требуется больше виспена. Выхожу из медитации. Твоя воля исполнится. Хасар-эн-эмплай. За-ар-та-ни-за. Я здесь, среди теней. Уничтожьте базу протосов во славу нашего повелителя. Не хватает минералов. Я голос затмения. Замагичный. Вера. База атакована. Зерги собирают войска. Наверняка они планируют вскоре нанести удар. Познает нашу ярость. Разрушьте центральный реактор. Пустота. Ой-ой, там прям совсем жарко. Зергам, конечно, намного проще плодиться там тысячами. Так, вот только Нексус постепенно раскачали. 20. Что-то мне. Единички, блин. Что еще надо? Так, это есть, есть. О! Я здесь, среди теней. Пустота. Так, ладно, этим уже можно атаковать, есть что. Вераку, будь по-твоему. Очень разумно. Хорошо. Мы... Я здесь. Уничтожить протосов! Их плоть послужит повелителю! Голос затмения. Ради возмездия. Вера. Эти тираны полностью потеряли разум. Они прислуживают гибридам. Так, чё? Давайте отпустим. Я здесь, среди теней. Завершено.
чтобы служить. Заманчиво. Что, может быть, даже с ними попроще будет, чем с этим, так с этим ускорением можно вместить. Что сделаем? 82 пока хватает всего. Так, это у нас. Два колосса надо. Прям два и все. Сколько он стоит, кстати? 200 нужно еще. 200. Давайте еще один поставим. Жизнь за Айюр. Так, и на это 150 нужно быстро-быстро накопить. Это процесс-то идет. Зиотов сделаем. Блин, давай, жизнь давай. Улучшение зыбки. Требуется больше виспена. Войско зергов скоро пойдет в атаку. Нам нужно соблюдать осторожность. Больше виспена. Разрушьте реактор до основания. Того требует королева клинков. Я здесь, среди теней. Давай еще. Жизнь за Айю. Все. Что ты предложишь? Хорошо. Жизнь за Айю. Сердце тьмы. Жизнь за Айю. Заманчиво. Ради возмездия. Будь по-твоему. Жизнь за Айю. Мы едины с тенью. Очень разумно. Хорошо. Враг познает нашу ярость. Жизнь за Айю. Улучшение завершено. Хорошо. Благодарим вас. Мы уже не надеялись спастись. Что тебе известно об этой лаборатории, Зелот? Тираны. Они пытали нас и ставили эксперименты с нашей плотью. Многие из нас погибли. Я уже видел подобную мерзость. Но Нарут мертв. Кто?
Кто же доставил вас сюда? Увы, я не могу сказать. Претор, мы хотели бы присоединиться к тебе и отомстить за гибель наших братьев по оружию. Тогда готовьтесь к бою, тамплиеры. Наш пилон атакован. Войны! Неподалеку от вас еще одна камера! Вперед! Свершите возмездие, которого вы жаждете! Еще одна волна зергов накапливает силы. Постарайтесь не стоять у них на пути. Мои навыки пригодятся тебе. Жизнь за Ай! Корпус Мёбиуса! Рой идет за вами! Волна неотвратимой смерти, что мы несем, вот-вот накроет вас с головой. Жизнь за Айур! Так. Я здесь, среди теней. Я... Пустота холодна. Я здесь, среди теней. Так, на сколько там? А, на 20 секунд. Рой скоро пойдет в очередную атаку. Что ты предложишь? Поехали. Мы едины с тенью. Рабы гибридов Амуна не заслуживают жалости. Поглотите их всех. Крадущиеся тени. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Бля, я что-то так и не подумал, что здесь прохода-то нету. Давайте освободим. Тираны вызывают подкрепление с помощью пилона. Но это невозможно. Они экспериментируют с нашими технологиями. Мы должны уничтожить врага и захватить пилон. Активируй пилон. Сложно поверить, что столь примитивные создания смогли разобраться в наших технологиях. Жизнь за Айур! Враг познает нашу ярость. Так, а что здесь у нас? Особу чести. Жизнь за Айур. А, там ничего нет. Жизнь за Айур. Ради возмездия я не буду служить тебе вечно.
вечно. Я вернулся, чтобы служить. Приобретем славу на поле боя. Заманчиво. Прекрасно. Уничтожив панель управления мостом, мы получили дополнительный проход к Нексусу. Ярость. Враг познает нашу ярость. Мы обретем славу на поле боя. Нужно построить больше пилонов. У тебя остается все меньше времени, Зератул. Керриган, тебе не хуже меня известно, что Амун жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зелнага. Эраку. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зеркалом. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать. Очень разумно. Крадущаяся тьма. Враг познает нашу ярость. Мы обретем славу на поле боя. Сердце тьмя. Мы вернули себе контроль над обоими пилонами. Вызываю подкрепление. Месторождение минералов истощено. Тираны усиливают защиту. Ударим по ним изо всех сил! Гибриды на свободе. Уничтожить их! Рой готовится атаковать последний рубеж корпуса Мёбиуса. Нам следует поторопиться. Слуги мои, сражайтесь и убивайте. Пора с этим покончить. Я здесь, среди тебя. Благодарим вас, братья. Талдаримы похищали тамплиеров, доставляли их на тиранские станции и превращали в гибридов. Талдаримы? Эти еретики никогда не дерзали приближаться к нашим мирам. Значит, их направляет Амон. Тамплиер, где они держали вас? В храме Зелнага, подобного которому я никогда не видел. Они называли его Эрис, но не говорили, где он находится. Корпус Мёбиуса и Талдаримы служили под началом Наруда. Он должен был знать местоположение храма.
Система Атриас. Именно там переродился Омон. Она лежит в глубинах квадранта Сигма и охраняется Талдаримами. Ты помог разрешить мою проблему, Зератул. И честь обязывает меня помочь тебе. Мы вместе захватим этот храм. Так, а что я не выполнил? Так, задание «Темный шепот». Уничтожить 6 находящихся в процессе вызова тиранов. Ну ладно. Мои войска закрепились на участке рядом с храмом. Мы готовы выступить против Талдаримов. Воистину, это будет славная битва, брат мой. Раньше хоть как-то подписывали миссии, сейчас уже, конечно, такого нету. Оба, темные. Храм Эрис. Его древние стены скрывают нашу последнюю надежду. Талдаримы, запечатайте врата. Пока я не закончу, никто не должен меня тревожить. А тот, кто нарушит мой приказ, заплатит кровью. Владыка Талдаримов здесь? Это не сулит ничего хорошего. Но это еще не конец наших бед, Зератул. Этот мир в агонии. Находящиеся под корой планеты запасы Веспена нестабильны. Он постоянно извергается на поверхность. Ни хера там Веспена. Образующиеся в результате разломы — наш единственный способ получения газа. Чтобы собрать армию, нам нужно будет их захватить. Надеюсь, этот храм стоит таких усилий. Так, тогда прокачиваем это. Что ты предложишь, Вераку? Пустота холодна. Я не буду служить тебе вечно. Зерату, давление в ядре планеты нарастает. С помощью этого индикатора ты сможешь следить за текущей сейсмической активностью. Приготовьтесь выдвигаться. Скоро должно произойти извержение. Хорошо. Очень разумно. Не хватает минералов. Так. Пионы какие дорогие, а? По 100. Хотя и у всех они по 100, но все равно. Мои навыки пригодятся тебе. Заманчиво. Ради возмездия. Жизнь за Айюр! А зову чести! Не хватает минералов! Формируются разломы. Нужно поторопиться, чтобы успеть собрать Веспен.
затмение. Не хватает минералов. Ой, блин, и по 100 тоже. Очень разумно. Я не буду служить тебе вечно. Пустота холодна. Вера. Жизнь за Айю. Тени. Хорошо. Нужно построить больше пилонов. Нужно построить больше пилонов. Мои навыки пригодятся тебе. Не хватает минералов. Улучшение завершено. Блин, нахер я поставил, когда этот пионов нет. Вы бесполезны для замысла темного бога. Он не потерпит вашего существования. Так. Еще раз. Ускорение. Лучше жизнь за нас. Враг познает нашу ярость. Я голос. Пустота. Жизнь за Айю. Солдаримы ведут добычу среди этих скал. Да. Мои сканеры указывают на сильную сейсмическую активность в этой области. Вероятно, там есть что-то ценное. Нам нужно взглянуть поближе. Пустота холодна. Еще одно извержение. Я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. О, естественный канал выхода Виспена. Искатель пустоты на орбите немедленно начнет добывать оттуда газ. Мои навыки пригодят. Мы клинки. Пустота холодна. Мы крадущиеся тени. Я голос затмения.
Нам бы хотя бы колосика. А, 200, ёпта. Жизнь за Айю. Жизнь за Айю. Назад, назад. Лишь смерть способна смыть ваши грехи. За Шакура. Да, сложно. Нужно построить больше пилонов. Жизнь за Айю. Причем славу на поле боя. Я голос затмения. Мы обретем славу на поле боя. Больше Виспена. Жизнь за Айю. Настал час расплаты. Я сердце тьмы. Скоро начнется еще одно извержение. Я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. Один канал выхода. Согласно данным о сейсмической активности, остается еще один. Я голос затмения. Пустота. Холодность.
обретем славу на поле боя. Жизнь за Айю! Я здесь, среди теней. Мои навыки пригодятся тебе. Хорошо. Мы — пустота холодна. Мы едины с тенью. Вераку. Жизнь за Айю! Я здесь, среди теней. Заманчиво. Я сердце тьмы. Требуется больше Веспена. Я здесь, среди теней. Улучшение завершено. Мы едины с тенью. Сканеры засекли еще одно извержение. Я отметила на карте местоположение разломов. Мы едим. Что ты предложишь? Амита требует вашей крови! Боюсь, он будет разочарован. Тени. Жизнь за Айю! Я сердце тьмы. Будь по-твоему. Мы обретем славу на поле боя. Прекрасно, Зератул. Искатель пустоты теперь добывает газ из всех трех каналов. Жизнь за Айю! Мы едины! Энтаро Тассадар!
Еще одно извержение. Отмечаю на карте его расположение. Я чувствую твое присутствие. Я вернулся, чтобы служить. Призматическое. Такая прям долгая миссия. Так, ну чё, колосса еще одного. Давайте еще одного колосса сделаем. Жизнь за Айю. Что ты предложишь? Жизнь за Айю. Я голос затмений. Я орудие мести. Мои навыки пригодят. Мы клинки Айюра. Твоя воля исполнится. Жизнь за Айю. Жизнь за Айю.
за Айю. Я чувствую твое присутствие. Я здесь, среди теней. Мы обретем славу на поле боя. Наши войска приближаются к храму. Мы должны собрать все силы и нанести массированный удар. Кем? Я здесь, среди теней. Мы идем к победе. Нужно построить больше пилонов. Я сердце тьмы. Нужно построить больше пилонов. Ради возмездия. Я здесь, среди теней. Что ты предложишь? Пустота. Сражайтесь изо всех сил, и мы захватим храм. Да, да! Эта битва покроет нас славой! Ну вот и заебись, а. Наконец-то путь к храму чист. Да, однако Талдаримы не из тех, кто легко сдается. Они придут за своим владыкой и приведут с собой армию. Иди же, Зератул. Найди в этом храме ответы на свои вопросы. Благодаря нашим клинкам у тебя будет на это время. Я благодарю тебя, Тарс. Энтаро Тассадар. Адум Теридас, брат. Мои воины будут охранять вход, чтобы вы со сталкерами смогли проникнуть в храм. Да укроет тебя тень Тассадара, друг мой. Владыка, в храм проникли чужаки. Вскоре они будут здесь. Запечатайте проход. Я свяжусь с повелителем. Как прикажет клинок Амуна. Зератул,
Талдаримы пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, талдаримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. Воины, мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Моя ноша непосильна. Пустота, Хал. Шозак мокнул. Я верен тебе. Отправьте этих неверных в пустоту! Силовые поля. Нам придется использовать скачок. Следую своему призванию. Я изгоню демонов прошлого. Судаш, Салок. Фотонная пушка может меня обнаружить, но доспех пустоты укроет нас от ее выстрелов. Эн Арудин разжакал. Честь ведет меня. Дальше нам здесь не пройти. Я верен тебе. Я служу во имя Ай. Бессмертный. Одного теневого удара будет достаточно, чтобы с ним справиться. Избавься от него, пока он не начал убивать твоих сталкеров. Я служу во имя Ай. Талдаримы укрепили храм противовоздушными пушками. Зератул, уничтожь их, и я смогу выслать тебе подкрепление. Наш Салок. Я верен тебе. Эн Арудин разжакал. Пригодятся. Пустота холодна.
ждет искупление. Эн-Арутин разжигал. Шозак мокнул. Айо. Гибрид. Один теневой удар, и с тобой покончено, чудовище. Ты обращаешься ко мне? Я верю в тебя. Я служу во имя Айо. Мы едины с тенью. Я изгоню демонов прошлого. Я сердце тьмы. Моя ноша непосильна. Я следую своему призванию. Ни секунды без боя. Меня ждет Шозак Мокн. Я ощущаю впереди наблюдателя. Он раскроет мое присутствие. Нужно обойти его стороной. Эн-Арутин разжигал. Блин, теперь, короче, этим теневым ударом надо мочить. Судаш, салат. Слава перворожденным. Айур возродится. Мы едины с тенью. Ради возмездия я не буду служить тебе вечно. Очень раз. Ты обращаешься ко мне? Я изгоню демонов прошлого. Я служу во имя Айура. Эн-Арутин разжигал. Что ты предложишь? Мои навыки пригодятся. Меня ждет искупление. Я... Сердце тьмы. Вера и пустота. Шозак мокнул. Чё это он вдруг побежал? Айур возродится. Судаш, Салок. Я следую своему призванию. Слава перворожденному. Честь ведет меня. Эн-Арутин разжигал. И секунды без боя. Я верен тебе. Честь ведет меня. Я служу во имя Айура. Эн-Арутин разжигал. Мы едины с тенью. Моя ноша не паси. Что ты предложишь? Меня ждет искупление. Пустота холодна. Шозак, я изгоню демонов прошлого. Я следую своему призванию. Айур возродится. Удашь.
Солома. Я верен тебе. Ни секунды без боя. Эн Арудин разжигал. Я служу во имя. Что ты? Ты обращаешься. Я сердце тьмы. Меня ждет искупление. Эн Арудин разжигал. Слава первородному. Дайте Миразиму пройти дальше. Еще одна пушка Талдаримов. Я следую своему призванию. Я голос затмения. Я изменю демонов в прошлом. Остота. Меня ждет. Я вижу, вы уничтожили еще одну пушку. Прекрасно. Мои войска уже в пути. Что еще? Ни секунды без боя. Мы сосредоточены. Отсюда хорошо видно главный зал. Вероятно, там и находится Малаш. Вестник истины. Тираны не справились со своей задачей и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Не поддавайся страху, Малаш. Освобождение близится. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Готовь свой народ к войне и жди моей команды. Будет выполнено. Пиздец какой-то. Амун ведет Талдаримов к войне. Мы опоздали. Надежда еще жива, Зерату. Это устройство. С его помощью Талдаримы общаются с Амуном. Да. Его уничтожение задержит войска Амуна. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Так мы и поступим. Я чувствую присутствие темного прилата. Найдите его. Мы едины в своих стремлениях.
Шозак мокнул. Что ты предложишь? Что нужно сделать? Меня ждет искупление. Моя ноша непосильна. Маша прогнется перед нами. Бля-бля-бля-бля-бля. Да обрушится на вас. Все, короче, не смотрю. Меня ждет искупление. Ты обращаешься ко мне? Жизнь соповелителя! Я следую своему призванию. Ни секунды без боя. Моя ноша не пассивна. Мы отблеск света хаоса. Я изгоню демонов прошлого. А он только один остался. Шозак мокнул. Я изгоню демонов. Истребить их! Сильно. Меня ждет искупление. Я следую своему призванию. Слава перворожденным. Я верю в тебя. Чтобы жизнь медом не казалась. Мы едины в своих стремлениях. Так, это второй. А, еще и остался темплиер. Шозак мокнул. Айур возродился. Я чувствую здесь присутствие великой силы. Этот храм словно непосредственно связан с пустотой. Рудин разжигал. Эта пушка должна быть последней. Судаш Салок. Слава первородителю. Уничтожил все нейтронные пушки, и теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов. Сражайтесь с честью, братья. Я следую своему призванию. Я изгоню демонов прошлого. Так, там что, 4 пушки, что ли? Разжигал. Нет, это не пушки. Наконец-то мы загнали тебя в угол, Неразим. Алдаримы, истинный бог требует его смерти.
не подведите его! Энтародин разжигал. Тьма содрогнется перед нами. Тебе пипец. Шозак мокнул. Судаш. Ум Орхай Агун. Энта. Ты обращаешься ко мне. Что нужно тебе? А будет так. Я изгоню демонов прошлого. Слава перворождению. Мы отдых света Хау. Мы сосредоточен. Мы стремимся к знанию. Меня ждет искупление. Я следую своему призванию. Я верен тебе. Честь ведет меня. Мы едины в своих стремлениях. Сила в единстве. Я в небе Бог. Будет исполнен. Энта. Шозак мокнул. Сразитесь с предвестником гнева темного бога. Больше не смогут получать указания Амуна. Что-то происходит. Я чувствую сильный выброс энергии пустоты. Зератул, найди ключ, что дарует вам надежду. Это возможно. Талис, мне было видение. Я нашел путь к нашему спасению. Лишь я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Амун разрушает храм. Мне нужно уходить. Ты обращаешься ко мне? Мы с воинами вошли внутрь храма, и здесь сдерживаем натиск Талдаримов. Немедленно выдвигайся к нам. Уже в пути. Меня ждет искупление.
придется найти другой выход. Я следую своему призванию. Моя ноша непосильна. Да, ситуация, конечно, пипец. Оставь свой бесцельный поход. Он лишь пробивает ваши страдания. Одарись и позволь мне подарить тебе свободу. Эн-Арудин разжигал. Да ёпт. Ни секунды без боя. Честь ведет меня. Я следую своему звоню. Эн-Арудин разжигал. Так. Что за хмок? Я служу во имя Айура. Слава перерождён. Ни секунды без боя. Я служу во имя Айура. Честь ведет меня. Я верю в тебя. Хвала богам. Этот проход уцелел. Талис, я уже близко. Я следую своему призванию. Скорее, сироту! Я вижу, ты уже рядом. Да иди ты, мадафака. Я верен тебе. Блять. В кнопках запутался. Вошли внутрь храма и здесь сдерживаем натиск Талдаримов. Немедленно выдвигайся к нам. Уже в пути. Ты обращаешься ко мне. Ёб твою мать. Субтитры сделал DimaTorzok.
Хвала богам! Этот проход уцелел. Талис, я уже близко! Так, а я не выполнил. Не допустить потерь до уничтожения катализатора. Ну да, я, короче, погиб одним. Наконец-то пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, неспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику. Ну что ж, друзья, смотрите, мы прошли, собственно говоря, пролог предчувствия тьмы. И далее будем начинать в следующем стриме уже основной сюжет. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.